Короче, мне 30 лет, а я ощущаю себя на 20. Ну, потом я пообщалась с 20-летними и поняла, не, мне 30. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Очень вас рад приветствовать у себя на канале. Чаечка, не хочу тебя бить, может, ты просто в зеркало посмотрела и решила, что тебе все-таки 30, а? Ребята, это не оскорбление. Я тоже выгляжу старше своего возраста, но, тем не менее, как бы я могу посмеяться над собой и вам того же желаю, да? Или, может быть, ты просто зарядку решила сделать, да, присела, а встать уже не смогла, ты решила... Да, скорее всего, уже 45, да, чисто по физическому состоянию, да, ребят. В принципе, у каждого поколения есть свои какие-то приоритеты, но вот именно в целом, никого конкретно сейчас не имею в виду, а именно в целом поколение, чем дальше оно идет, мне кажется, тем оно тупее, ребята. Это не хочу никого бить, но тем не менее, да, вот у них какие-то такие вот привычки, да, появляются такие, знаете, которые вот для меня, они кажутся дикими, там вот эти вот вейпы, шмейпы, там вот это 500 затяжек у них, как бы, да, вот... Они верят в то, что там нету никотина, как бы, да, вот я просто с одним там разговаривал, молодым человеком, типа, да ты чё, да он же безвредный, там никотина нету. Типа, ну это просто круто, а зачем ты тогда его куришь? Ну как бы, типа, никотина нету, удовольствия он никакого не получает от курения, как бы, да, ну просто бессмысленная хрень. Я говорю, зачем ты это делаешь тогда, ну с каким этим подтекстом, смыслом? Ну просто, ну хрен знает, я когда курил, как бы, я получал удовольствие. А, что вы думаете по этому поводу, ребята, пишите комментарии.